За кражу спецтехники омские строители отправились за решетку. Три фигуранта уголовного дела уже осуждены, еще троих их пособников ищут. Молодые люди заключали договор на аренду спецтехники с подрядными организациями, исправно платили первые платежи за самосвалы и экскаваторы, а после выставляли их на продажу и транзитом. Через Новосибирскую область машины продавали в Казахстан. Всего за 9 месяцев строительная ОПГ похитила 3 КАМАЗа и 7 экскаваторов. Общую сумму ущерба потерпевшие оценили больше, чем 40 миллионов рублей. До сих пор из-за границы не удалось вернуть 7 машин. На троих участники преступной группы получили 16 лет заключения в колонии общего режима.